В Национальной галерее Лондона открылась крупнейшая выставка живописца Леонардо да Винчи. Экспозиция «Художник Миланского двора» состоит как из картин, так и из рисунков мастера. Как утверждают в галерее, эта коллекция – наиболее полная демонстрация редких работ художника. Всего в мире сохранилось 15 или 16 картин да Винчи. Здесь же выставлены 9 из них. Произведения привезли из музеев Милана, Ватикана, Кракова, Парижа и Санкт-Петербурга. Самые известные картины мастера «Мона Лиза» и «Тайная вечеря» здесь не представлены, поскольку нет возможности вывести их из Лувра и музея в Милане. Но чтобы удовлетворить любопытство посетителей, Национальная галерея выставила в Большом зале копию «Тайной вечери» авторства ученика да Винчи, художника Джампетрино. Свои картины Леонардо создавал в Милане в конце 15 века, будучи придворным художником. Организаторы выставки говорят, что хотели представить Леонардо да Винчи именно как живописца, а не изобретателя, инженера или математика. На выставке ожидается аншлаг. Судя по первым отзывам, она произвела на жителей британской столицы неизгладимое впечатление. Лондонцы смогут любоваться картинами да Винчи в течение 4 месяцев.